Где брать клиентов? Клиенты, ау, откликнитесь! Этот вопрос я смотрю и наблюдаю в интернете множество раз. Даже от тех, что я знаю, что прошли огромное количество тренингов, но у них до сих пор остался этот вопрос. Где же брать клиентов? Где брать партнеров в бизнес? Здравствуйте, с вами Татьяна Андреева, основатель тренингового центра MaxiLeader. И это видео, наверное, такой крик души того, что я наблюдаю на сегодняшний день. Дорогие мои друзья, вот те, кого сейчас мучает вопрос, где же брать клиентов. Ладно, если вы новичок в данный момент, вы только стартуете, вы только зашли в интернет, и вас мучает этот вопрос. Тогда это понятно. Есть пошаговые шаги, которые вам нужно сделать. Вы о них узнаете и проделаете нужные действия, и будете получать клиентов. Но те, кто прошли кучу тренингов, почему же до сих пор у вас нет клиентов? Что же такое происходит с вами и с вашим бизнесом? И вы знаете, когда я стала наблюдать за этими людьми, я поняла некую закономерность. А именно, что удаляется фокус от того, что нужно делать. На самом деле, друзья, в интернете нужно делать абсолютно элементарные действия, и у вас каждый день будут появляться новые клиенты. Самое первое – это подумать о том, какую бесплатность вы можете нести в этот мир, какую пользу вы можете давать людям. И создать на эту тему либо PDF-отчет, либо какой-то видеокурс, либо аудиокурс. На крайний случай даже серию писем, которые будут люди получать с вашей полезностью. Но это необходимо сделать. Второе, что нужно сделать, это создать страницу подписки для того, чтобы человек получил эту полезность. И третье – это направить трафик на эту страницу подписки, то есть собирать тех людей, которые оставят свои данные, имя и e-mail и станут вашими подписчиками. И все ваше время в интернете должно быть направлено на то, на привлечение этих подписчиков. Потому что чем больше подписчиков, тем больше у вас будет и клиентов, и партнеров в бизнес. Потому что существует некая статистика в интернете. То есть у вас, допустим, может быть 1000 подписчиков, и вы решите их пригласить на вебинар. Только 10% в среднем дойдут до вебинара. Сколько вы сможете сделать продаж на этом вебинаре? Это может быть тоже, ну, где-то 10-5%. И теперь считайте, сколько денег вы получите. Это цифры, они могут отличаться, у всех они могут быть разные. Но вы должны понимать, чем больше у вас будет подписной лист, чем больше у вас будет подписчиков, потенциальных клиентов, тем будет лучше. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы сосредоточились на том, где же брать не клиентов, а где брать трафик и где брать подписчиков в ваш бизнес. И чтобы эти подписчики каждый день у вас добавлялись. И, естественно, продумайте стратегию продаж, как вы будете продавать тем людям, которые подпишутся в вашу рассылку. Как продавать через автоматическую серию писем, это уже совсем другая история. О ней вы можете почитать на нашем блоге, перейдя по ссылке под этим видео. Там вас ждет очень много полезного и интересного контента. Не забудьте подписаться на наш официальный канал на YouTube тренингового центра MaxiLeader. Если вы это еще не сделали, то подпишитесь на наш канал. Наши видео полезные выходят каждую неделю. До встречи полезных видео. С вами была Татьяна Андреева, основатель тренингового центра MaxiLeader.